Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в StickWar Legacy. Так, 4 новые миссии, давай смотреть. Давно-давно я не играл. Так, что у нас тут получается? 243, 244, 245 и 246. Елочка, ты мне ничего не дашь? Нет, никаких подарков она мне не подкинет. К сожалению. Слушай, а может быть какая-нибудь другая елочка подкинет, а? Другая елочка еще закрыта. Ну что же, ладно, ничего страшного. Начнем, пожалуй-ка. 243-я миссия. Начну, наверное, с харда. Сразу же 11 очков на улучшение дают. Так, значит, прокачаю я мечника. Плюс мечника. Ну и, наверное, наших добытчиков. Типа я готов. Давай смотреть. Так, уничтожить статую врага. Вот такая вот петрушка получается у нас. И мечника сразу делаем. Статую врага, да? Значит, он выбрал себе ледяные кирки, ледяные мешки. И тут, как мы видим, бежит копейщик. Капитон ледяной. Так, значит, хорошо, что я не прокачивал лучников, потому что от них толку здесь не будет. А вот эти вот мечники, по идее, мои должны быть посильнее, чем его копейщики. Ну, я, по крайней мере, на это рассчитываю. Что у нас тут? Ну, ничего такого хорошего, в принципе, как бы и нету. Смотри-ка, он, кстати, заказывает себе мечников тоже. Хм, одного капитона взял и 3 мечника. Интересно. Очень, ребята, интересно. Ну, я, наверное, как обычно, поставлю сейчас армию чисто из мечников и побегу на него. Я думаю, что у меня получится все-таки разбомбить. Хотя, на всякий случай, мы, наверное, призовем еще одного мага. Да, я не спорю, он не прокачанный. Он будет не прокачанный вообще. Но если вдруг эти подбегут к нам, мы, по крайней мере, сможем их откидывать, отшвыривать своими суперударами этими, которые делают маги. И плюс они вызывают своих мелких приспешников, что тоже очень даже неплохо. Что-то он как-то слабенько сделал себе здесь. Ну да. Лучников он все-таки взял. Слушай, а может быть нам тоже лучников сделать? Или нет? Мы лучше сделаем, наверное, великана. Фиксим с этим великаном. Лучше я все-таки поставлю мечников. Вот уже этот начинает делать приспешников, как ты видишь. Наш мелкий маг. Опять же, я тебе скажу, что он не прокачанный. От него ждать что-то супер-пупер такого не стоит. А вот то, что он себе здесь делает много лучников, да плюс они еще и с заморозкой. Ну, будет сложновато. Будет сложновато, но тем не менее, у меня все равно выбора нету. Сделаю для прикрытия тоже, друзья, наверное, немножко лукарей. Поскольку мы там золото? По 160 таскаем, да? По 160. Я вот думаю, может быть, вот сейчас. Ах ты, жук ты навозный. Он уже, ребят, еще одного сделал капитона. Мне кажется, что можно вот прямо сейчас уже напасть. Прям напасть и немножечко его, так скажем, пробить. Давай, я рискну. Не забывай, что мы играем на харде. Это не супер, конечно, сложность, но тем не менее. Так, посмотрим. Ну, слушай. А кто их? Они отхиливаются еще? Так, ну, кого могли, ребят, мы бомбанули. Причем там бомбанули очень даже неплохо. У нас погиб один мечник, 2 мечника. Но мы ему тоже тут, как видишь, нашинковали довольно некисло. Поэтому я думаю, что одних мечников, если сделать приличную армию, то мы, наверное, уничтожим. Кстати, у нас лимит по армии. Давай попробуем. Побежит он сейчас обратно? У него нет лучников. Он, наверное, сейчас труханет и убежит. О, как мы тут. Я, наверное, ребята, буду бомбить. Бомбить замок. Ой, замок, статую. Так, вот он вызвал подкрепление свое. Я тебе сразу скажу, что просто в мясо. Просто, друзья, в мясо тут разворотимся. Он там маг на штока подошел.
Есть контакт. Слушай, довольно легко было. Даже на харде. Ну что же, тогда пойдем на 244-ю миссию. Опять же, начну с харда. Тут 14 очков на улучшение. Ну что же, делаем по старой схеме. О, как даже, да? Ну я типа готов. Ага, уничтожить статую врага. Элитные юниты. Ага, мне дали элитных юнитов. Уничтожить статую врага. Ну что, я думаю, наверное, пока нам надо пробивать стены эти. Уж насколько они тут элитные, я не знаю, ребят. Так, у него мечники и капитоны. И это все в костяной броне идут. Вот так вот, да? Все они идут в костяной броне. Эту перегородку сломать. Я не знаю, что. У него пока лучников нет, наверное, придется все-таки и эту перегородку тоже ломать. Угу. Так, пожалуй, и поступим. Пока лучников у него здесь никаких нету. Может быть, нам мага заказать? Не? Не надо? Интересно, они убегать будут или нет? О-хо-хо-хо-хо. Вы серьезно? Оу. Они превращаются в зомби, а вот это уже плохо, ребят. Блин, это очень плохо, если такая армия зомбарей будет. Тогда нам делать надо побольше армию. Ёк-макарёк, ты посмотри, кто идет. Зомби-великан, друзья, вышел. Что мы можем сделать? Так, ну... Блин. Ну, лучники против него бесполезны, ведь так? Блин, мне что ли брать великана? Вызывать? А он пошел, он идет на меня, ребята. Он идет на меня. В наглую причем идет. Ёк ты, макарек. Ну, погнали, попробуем, ребята, его запинать хотя бы. Как-нибудь. По чуть-чуть получается. По чуть-чуть, ребята. Нормально. Он даже особо ничего сделать не успел, прикинь. Так, это меня порадовало. Как вот сейчас мы с ним расклепались. Ну прям вообще чутенько сработало все. Прям вообще шикарно. Я думаю, что надо их наказывать. Пока они там стоят, пока они там собираются силами, с мыслями, надо их пинать. Я боюсь только одного, что отсюда еще один вышел. Вот это, конечно, поворот. Ну, ты знаешь, у меня лимит уже по армии. Поэтому мне придется нападать на него. Хочу я этого, не хочу. Великана сейчас моего накажут. Погнали, 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 погнали. Не останавливаемся, просто валим ему эту статую и все. Сейчас все равно позовет подкрепление. Ох, ёк-макарёк. Ты посмотри, кто там пришел. Строгаем, строгаем армию. Ну, там осталось совсем немножко, там кто хотя бы нормально все там строчат мои.
По статуе именно бомбят. Есть! Фух! По красоте, ребята, просто по красоте победили мы здесь. Ну что же, 244-я миссия у нас тоже пройдена. Переходим на 245-ю. Пережить ночь. Опять же, ребят, поставим хард. Так, улучшим здесь, улучшим здесь и улучшим нашего мечника. Готов. А, нет, не продолжить. Теперь я готов. Пережить ночь. Ну, это самое сложное считается, что вот это переживание с ночью. Еще неизвестно, кто на нас сейчас пойдет. Зомби или войска. А если войска, то какие войска? Наверное, скорее всего, побегут зомби на нас. Вот это вероятнее всего. Да. То есть зомби, потом прыгуны. Плохо. Это, черт подери, плохо. Ладно, с этой волной мы еще можем, я думаю, расправиться. Хотя я больше уверен, что сейчас посередочке еще побежит промежуточная волна. Наверняка это будет. Нет, пока никто не бежит. Но должны побежать прыгуны эти. Прыгуны, плевуны. Пока все тихо. Пускай так и остается. Эти зомби уже падают, они уже не встают. Ну хотя бы на этом спасибо. А вот, ребята, плевуны пришли. Че, плевунов? Плевунов надо, ребят, приструнять лучниками. Блин, подходят. Подходят они очень близко. Вот они. Начинают, ребят. Надо нападать на них. Иначе забросают они нас этими плевками своими кислотными. Так, не добили. Так, ага. Валим. Окей. Ну, с прыгунами быстро разобрались. Это хорошо. Это... Вон еще идут. Еще идут прыгуны. Дай-ка я, наверное, мага сделаю. Хотя бы одного. Приспешники, пускай их немножко отвлекают, берут на себя. Стоят мои красавцы. Стоят. Настраженные. А сколько у меня? Всего один лучник. И чувствую, здесь, друзья, не обойдется без великана. Почему-то у меня такое предчувствие, что он здесь будет. Может быть, нам все-таки позвать великана одного для всякого случая непредвиденного, а? Что скажешь? Давай, наверное, так мы и поступим. Одного великана позовем. В идеале, конечно, лучше бы двух. Но один великан очень много занимает у нас людского ресурса. Вон они бегут, супостаты. Один плюс, что прыгуны, они очень ватные. Они врезаются, конечно, в толпу. Они очень шустрые, они, видишь, очень быстро уничтожают там лучников. А вот эти вот стоят и плюют издалека, вот противные тоже. Этих мы наказали. Сейчас великан будет готов. Я второго еще на всякий случай заказал. И мечника. Все, ребят, теперь у нас лимит абсолютный по ресурсам. А теперь только ждать. Пережить ночь. Первая была волна, вторая. И, видимо, сейчас готовится третья, самая последняя. Ну, по идее, она должна быть самая жесткая. Уж посмотрим, насколько она жесткая, насколько она серьезная. Так, я же тебе говорил, что великан будет у них. Великан-зомби. Ну, без него это никак тут просто, ребят. Красиво. Сейчас будет жарко. Не пропустили мы ни одного прыгуна. Пора атаковать.
Сейчас посмотрим, насколько мы будем успешны здесь. Просто отталкиваем ее, даже ничего не даем ему сделать. Посмотри, смотри, просто рубилово такое. Конкретное рубилово, ничего он не успевает сделать, мы его отталкиваем. Да и похоже, что это... Ой-ой-ой-ой-ой! Друзья, вы гляньте, какое великанище! Я даже не вижу его ХП, если честно. Я не вижу и у него здоровья. Но я знаю, что мы стараемся. Он очень много отнимает здоровья. Он просто штабелями наших бойцов роняет. Есть! Мы пережили ночь. Фу, с горем пополам. Так, ребят, 245-я миссия у нас пройдена. И мы идем с тобой на 246-ю. Так, 11 очков. Тут уже маловато, конечно, очков у нас на прокачку. Маловато будет, но тем не менее. Уничтожить статую врага. Так, нам сразу дали очень много. Ёк-макарёк. Блин. Там хилка. Слушай, он сразу на меня бежит. Сразу на меня побежал. Нифига у него наглая морда. Смотри, что делает. Я пытаюсь, ребят, наказать. Красавчики. Так, с первой волной справились. Но это была только первая волна, потому что сейчас побегут вторая, третья, и... Они, видимо, меня так хотят. Ну да, они меня так хотят, ребята. Так, приспешника тогда сделаем. Точнее... Заклинателя. Мага. Пускай маг идет. Пускай вызывает своих этих... Свою армию приспешников. Уничтожить статую врага. Он так и будет постоянно вызывать, да, эти волны. Без остановки, специально. Чтобы не дать мне тут расслабона, так скажем. Угу. Наверное, я закажу двух магов все-таки. Пускай будет у нас два мага, потому что тут, конечно, элита у него стоит. Два капитона. У него хил еще тут, вот, бесява то, что стоит. Как же быть-то нам? Ну, без великанов нам не обойтись тут. Просто не обойтись. Великан, правда, такой не прокачанный, нифига, блин, я не знаю, правильный это выбор ли. Еще неизвестно, какое подкрепление, с кем оно будет. Кто будет вообще присутствовать в подкреплении. Наверняка еще один такой же воин, великан. И, может быть, даже не один хил. Лучников бы, конечно, бы не помешало бы взять. Лучники очень хорошо, ребята, бомбят издалека, но, видишь, у него тут... Капитоны, которых ты так просто не пробьешь. Рискнуть или рановато еще? Давай, наверное, подождем маленечко. Накопим, наверное, всю фуловую армию. И уже после попробуем рвануть. Мне кажется, они убегут. Если она будет захиливать вот этого вот великана, мы будем здесь очень долго пыхтеть, его убивая. Долго-долго мы будем его тут уничтожать. Ну, такие вот пироги. Чего? Чего? Оу, щит. Блин. Ну, это плохо.
Для меня это очень, ребята, плохо, потому что, ну, два великана, плюс еще жрица здесь, и плюс три капитона, там, три мечника или четыре мечника. Я попробую, я рискну, ребят. Просто хочу посмотреть. Будет ли какой-то эффект от этого? Сможем ли хоть немножечко его наказать? Лучников у него нету. Вот здесь вот плюс. Сейчас посмотрим, насколько сильно они бомбят. Ребят, сильно не бомбят. Слушай, так мы и жрицу завалили, прикинь. Мы и жрицу завалили, и великанов запинали. И сейчас начинаем бомбить. А вот, ребята, и подкрепление. Где-то хилка стоит. А вон она стоит. Прикинь. Вот это да, вот это мы хорошо справились. Так, ну вот и 246-я миссия, ребята, у нас пройдена. Ну, а я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.